Всем, с вами я, Александра. А сейчас сделаю обзор куклы Monster Hydra Кулаура Classroom Killer Style. Вот такая вот красивая кукла. Вот, приобретена у нас немножко давненько, поэтому коробочка, ну, в общем, в принципе, не осталась, задняя часть только. И то в не очень хорошем состоянии. Вот, ну, здесь что? Как всегда, там гербы, школы, надписи. Но здесь герб и надпись старого образца. Можно вот на это обратить внимание. Дальше изображена сама Дракулаура со своим питомцем. И ниже также видна Фрэнки со своим питомцем. Здесь как бы идет в этой коллекции только Фрэнки и Дракулаура. На самом деле кукла продавалась без питомца, а именно с вот таким вот брелком. Вот, ну такой прикольный брелочек, его можно повесить там на ключи, на сумочку, в общем, куда угодно. Вот, сам брелок серебристого цвета в виде черепка с бантиком. Вот, тут вот видно, как он здесь открывается. Вот так вот. Вот, ну и вот ее питомец, этот граф великолепный, вот он такой плоский, наверное, чтобы было удобно в кармане. Вот. Тут, в принципе, нарисован. Сзади вот такого вот. Надпись «Мотал». Вот, ну, наверное, видео не сильно будет видно. Так, дальше была вот такая розовая расческа, такая же подставка. Но это скучно. Теперь о самой кукле. Значит, Дракулаура, в общем, видите, немножко глазки такие, вроде бы как бы косые, да? Значит, хочу просто сказать для тех, кто не знает. Есть такая... какая-то серия кукол, я не знаю, там, может, настроили на фабрике как-то. В общем, это идет, это Дракулаура. Дракулаура из серии Gloom Beach, которая идет в сете с 5 куклами. Если брать отдельно, у нее нормальные глаза, а у той, ну, такие же. Вот. В принципе, глаза нормальные, но как-то по сравнению с обычной Дракулаурой они выглядят вот таким вот образом. Есть еще одна какая-то, я уже сейчас не вспомню. Вот. Дальше. На ней одежда из, в общем, очень похожа на одежду, которая продается отдельно вместе с одеждой Фрэнки. Убийственный стиль. Но она отличается на самом деле. То есть кукла сама стоит столько же, сколько и та одежда. То есть, если вам не нужна кукла, то вы можете приобрести одежду Дракулауры и Фрэнки отдельно. Вот. А если нужна кукла, берите лучше куклу. Одежда отличается, и там больше аксессуаров в той коробочке. Ну, значит, волосы длинные, прямые, черные с розовыми прядками. Прямая челка. Очень красивые сережки. Вот такие вот у нее. Значит, розовые висюльки с таким черепком из бантики. На правом и на левом ухе они одинаковые. Ну, макияж такой. Обычный, можно так сказать. Серовато-фиолетовые тени и губы. За глаза я уже сказала. Дальше на ней идет кофточка. На самом деле она цельная. Вот она прошита. Здесь рукава белая сеточка и... под горлом белая сеточка. Дальше идет такая типа коротенькая кофточка. Вот, поверху, значит, черная в розовые такие вот сердечки. И тут рюшечки спереди. Ну, все как в старовинном стиле. И короткая мини-юбка обалденная. Я бы сама такую бы носила. Классная юбочка. Розовая в два таких слоя. Значит, нижний такой темнее розовый, сверху светлее розовый. И под нижней и под верхней юбочкой вот тут подшита вот такая вот сеточка, рюшечками такими. Дальше на ней идут вот такие вот чулки. Они могут показаться тоже, что они отдельно, на самом деле они здесь сшиты. Для чего они сделаны? Наверное, для удобства, чтобы не скатывался черный чулок, если бы это было отдельно. Значит, сверху белая сеточка, снизу просто обычные черные чулки. Вот, а хочу обратить внимание, чулки у куклы, точнее, у одежды просто отдельно, там идут еще какие-то бантики, по идее. Ну и, наконец, очень красивая обувь. Вот. Такие туфли на высокой платформе с такими дырочками в виде большого сердечка и две маленькие дырочки. Вот, сзади мы видим бантик,
такой красивый. Вот, все это такого нежно-розового цвета. И сверху. Вот так тоже можем увидеть, как оно сверху выглядит, какой носочек. Ну, напоследок руки. Вот такие вот у нее движения рук. Вот. Такие руки мы видели у Дракулауры из Глумбич и у Дракулауры из Сладкий 1600. Вот. Кому нравится, может покупать такую куколку. Спасибо всем. С вами была я, Александра. Кому понравилось мое видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал Кимет Алекс. Пока-пока.